новую одежду приносили. Друг друга, наверное, говорили. Пойдешь, ты знаешь? Мамку Даню, учит не увидишь. Подскажи, почему друг друга решили? На одежде рисовать нельзя. Просто скажи учительнице по-русски, она русский знает, почему на одежде рисуют? Ну, дорогой, нет. Нет, ты сам тоже поговори, скажи. Второй раз, чтобы такого не было. Просто скажи, хорошо? Просто скажи. Это еще не вернулся, да? Это не вернулся. Oh, no.
Mm-hmm.